В эти выходные в Казанском университете состоялось заседание ученого совета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Я думаю, что вот институт, он на все ваши вопросы будет отвечать, выполнять ваши заказы. 25 мая исполняется 85 лет советскому историку, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору Казанского университета Индусу Тагирову. Прежде всего, преданность истине. На первом месте для историка это истина. В минувшую субботу прозвенел последний звонок и для выпускников университетской школы Елабужского института Казанского университета. Желаю нашим выпускникам с легкостью и достоинством идти вперед. Удачно сдать предстоящие экзамены, поступить в намеченное за учебное заведение, сделать серьезный шаг во взрослую сознательную жизнь. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Надежда Дик. В рамках рабочей поездки в Москву ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в очном заседании Совета Российского союза ректоров под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и президента Российского союза ректоров, ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничева. Обсуждались вопросы, касающиеся образовательной деятельности вузов в новом учебном году. В Казанском университете прошло заседание ученого совета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Все подробности далее. Мероприятие началось с подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским университетом, ООО «Акбарс цифровые технологии» и АО «Нейротренд», а также о пролонгации партнерских отношений с Институтом физико-химических исследований РИКИН до 11 мая 2026 года. Эффект имеет данное партнерство, поскольку у нас постоянно 9-10 человек находится на территории Рикена, и мы имеем доступ к всем лабораториям, не связанным с оборонным комплексом Японии. Также в рамках заседания особо отличившимся сотрудникам Казанского университета Ильшат Гафуров вручил ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее члены совета перешли к рассмотрению вопросов повестки дня, связанных с выборами заведующих кафедрами, конкурсным отбором претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представлением к присвоению ученых званий, а также выдачей дипломов доктора наук, кандидата наук в Казанском университете. Также участники заседания утвердили открытие Института дизайна и пространственных искусств в организационной структуре Казанского федерального университета. Я думаю, что вот институт, он на все ваши вопросы будет отвечать, выполнять ваши заказы, и надеюсь, что там мы сумеем сделать или собрать, и это у нас ранее получалось, всю элиту, работающую в этом направлении в республике, как минимум. Приняли положительное решение по открытию кафедры квантовой и синтетической биологии в организационной структуре Института физики, учебной реставрационной лаборатории в организационной структуре кафедры реставрации наследия Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений, а также лаборатории исследования строительных материалов и изделий в организационной структуре инженерно-строительного отделения Высшей инженерной школы Набережно-Челнинского института КФУ. Необходимость создания такой лаборатории диктуется тем, что планируется получение лицензии на проведение соответствующих сертификационных испытаний, измерений и так далее, и организация практики студентов, обучающихся по строительным специальностям в Набережно-Челнинском институте. В завершение члены совета рассмотрели кандидатуры, представленные к присвоению почетных званий: заслуженный профессор Казанского университета, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации и заслуженный юрист Республики Татарстан. Энджи Минибаева, Ленар Давлетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. 25 мая исполняется 85 лет советскому историку, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору Казанского университета Индусу Тагирову. О том, как он сам вспоминает годы службы и кто пришел его поздравить в императорский зал КФУ, расскажем в следующем сюжете. И
Индус Резакович Тагиров – легендарная личность. Он стоял у истоков татарской государственности. Индус Тагиров – идеолог и соавтор Декларации о государственной независимости Конституции Республики Татарстан. Более 65 лет он служит Казанскому университету. 15 лет – декан исторического факультета. 20 лет – был заведующим кафедрой истории. Сейчас – профессор-консультант Института международных отношений Казанского федерального университета. Вот как сам Индус Тагиров вспоминает годы работы в университете. Университет для меня – это все. Потому что здесь я начинал свою деятельность студентом, и до сегодняшнего дня я все время с университетом, с нашим родным. И если я добивался каких-то успехов, то в немалой мере это благодаря тому, что университет был со мной, и я вместе с университетом. Этот университет меня вдохновлял, помогал и способствовал достижению тех или иных моих успехов, и результативной работы. Спасибо нашему родному университету за то, что он есть, за то, что будет, и я не сомневаюсь, у него большое будущее. Представитель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамешин отметил, что Индус Тагиров – выдающийся ученый, сильный подготовленный политик, педагог, пример во многом и для многих, человек с самой большой буквы. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Фарид Мухамешин рассказал, что Индуса Резаковича он сам брал пример по части того, как аргументировать свою позицию, доносить мысли, обладая богатым русским и татарским языком, и не только. Я хочу сказать, что и пример он лично для меня был в том отношении к семье, своей жене, супруге, детям, брату, братьям. И я хорошо знал его маму Аминапу, когда еще в Альметьевске мы жили, работали, он с Лениногорска сам. Мы поражались, с какой любовью он относится к своей маме. Отец тоже погиб, отца не было. И во всем у него можно брать пример. Очень подготовленный, но лицо нации, я могу говорить. На самом деле лицо нации, лицо татарского народа, и он сегодня таковым и остается. Долгих лет жизни. Основные научные исследования Индуса Тагирова проведены по истории революционных национальных движений в России, по национально-государственному строительству в Татарстане. Его монографии и научные публикации получили высокую оценку во многих странах, в том числе в США, Англии, Турции, Японии, Франции. Вот какую сам Индус Тагиров выделяет характерную черту настоящего деятеля науки нашего времени. Прежде всего, преданность истине. На первом месте для историка – это истина. И наша задача заключается в том, чтобы стремиться к ней постоянно. Несмотря ни на что, несмотря на всякие наскоки на эту истину, с тем, чтобы она восторжествовала, с тем, чтобы она работала на народ. Если так и таким образом будут работать историки и те, кто вообще исследует нашу историю, я считаю, что эта история – по-настоящему будет правдивой и истинной. Илья Андреев, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В Казани прошел Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК-фест-2021». В крупнейшем событии в сфере массового студенческого спорта в России приняли участие более 2000 студентов из 60 регионов. Студенты Казанского университета стали победителями суперфинала чемпионата АССК России. В минувшую субботу прозвенел последний звонок для выпускников университетской школы Елабужского института Казанского университета. Смотрим. Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале института. В нем приняли участие учителя, родители школьников, а также представители администрации города. 9 учеников 11 класса и 19 девятиклассников вошли в историю как первые выпускники университетской школы, с чем их и поздравил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Дорогие наши выпускники и родители, уважаемые Елена Ефимовна и дорогие наши педагоги, искренне поздравляю вас с окончанием учебного года, с праздником последнего звонка. Слова поздравления выпускники услышали от своих первых учителей, встретивших их 11 лет назад, и от классных руководителей, провожающих их сегодня. Но особенно трепетным и волнительным стал этот день для родителей. Желаю нашим выпускникам с легкостью и достоинством идти вперед. Удачно сдать предстоящие экзамены, поступить в намеченное за учебное заведение, сделать серьезный шаг во взрослую сознательную жизнь. Напомним, что университетская школа вошла в состав Елабужского института Казанского университета и летом прошлого
учебного года и стала площадкой для внедрения новых педагогических технологий, основанных на взаимодействии средней школы и высшего образования. Благодаря этому студенты педагогического направления Елабужского института могут реализовать себя в профессии еще во время обучения. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!